Этому способствовала очень большая работа. В частности, Лена Александровна. 25 марта в зале заседания администрации Брагинского района были вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья в 2019 году четырем многодетным семьям. Семьям из Кашурникова, Курагина, Маринина и Черемшанки. Это событие стало возможным благодаря тому, что район участвует в программе улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края на 2014-2020 годы. Свидетельство номер 3. Супруга Буянова Инна Александровна, Буянов Семен Алексеевич, Буянова Надежда Семеновна, Буянова Агния Семеновна, какое красивое имя, и Буянов Алексей Семенович. 1 205 276 рублей. Территориям, участникам программы, выделяются из краевого бюджета на условиях софинансирования из районного субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. Юлия Владимировна, желаю, чтобы у вас еще дети появились, потому что... Сертификаты вручил заместитель главы Курагинского района Игорь Немченко. Специалисты администрации рассказали, какие шаги нужно еще предпринять, чтобы реализовать свое право на жилье.